Да, ты можешь сказать, да, какую роль? Какая здесь плитка, надо сказать. Да, у нас конечно хорошо видно. Ну, пойдет хорошо видно. Она же прямо внутрь идет. Да? Угу. Ну так такой был не декор делать, понимаете? Такой и серебристый, и такой бежевый. Интересно. Получается первый слой. А ты можешь это там мазать, делать с ложкой? Да, наш, наш материал можешь показать. Чем мы делаем? Там неудобно. Венец от Версачи. Мы делаем таким материалом. Поклёвка от Версачи. У нас поклёвка от Версачи, как и стал. Мы её подколеровали. Игорь, можешь ли показать инструмент, каким инструментом мне называется, да, не называется это ласточка, да? А это называется швейцарский сапог. Как ты ее назвал? Сегодня у нас штукатурка от Версачи. Сегодня какое начало? 3 сентября 2010 года. Да, музыка это играет Рондо Висано. Тоже итальянский. Тоже итальянский. Для вдохновения. Да, для вдохновения. Сейчас мы покажем наш малый симфонический. Thank you.
Да чего? Это очень декоративная штукатурка. Вот, не надо показывать. Вот, вот. А, эхо прогулок. Ну, эхо. Все равно сниму. А я не дам. Все, ладно, пошли работать. Да, вот наша натальная масса. Цепная, природная. Сальными гасителями. А ты можешь комментировать? Или не комментировать? Ну, как я комментирую? Я когда работаю, я по музыку лучше комментирую. Ну, мы уже говорили, что у нас это ласточка. Второе у нас это ласточка. Это сокол швейцарский. И самое главное, вот эти руки, вот эти. А то инструмент он комментирует. А если у вас нет вот этой шляпы, у вас ничего не получится вообще. Только какая есть. Только какая шляпа. Не видно. Не видно, да? А вот отсюда снизу, да? Ну вот я пробую отсюда. Не, прямо. Рисунок он видно, когда его прямо снимаю. Да, как ты называешь? Так, так. А вот как музыка играет. Изюм, так... изюм. Да. Вот он. Это у нас в виде веера, да? Веерообразное движение. Да. Легенько держим. Легенько держим. То есть это будет по технике, как марокканская штука. Стена Маракеш. Смесь с травертином. Да, это еще один корпус такой. Как стены. Маракеши превращаются в травертин. Скоротеческие стены. Специальная грунтовка, вот это, вот это. Будем берем на валик аккуратненько так. И так. И на стеночку там. Да. Марокканская штукатурка будет легким движением руки превращаться. Обязательно, чтобы была вот такая пеночка. Пеночка вот эту. Ближе сюда. Раз. Вот такая пеночка. Без пеночки, вот это сами, вот это. О, такая вот. Да, пена, весь фокус в этой пеночке. Да, это грунтовка. Не просто намочить, а именно, чтобы так сильно намочить. Это грунтовка Артисан. И валик Анза. Да, и валик Анза, грунтовка. Реклама Анзы, бесплатная. Кстати. Все хорошие валики. Может, к сожалению, бесплатная. Надо позвонить на Анзу, кстати, и ему сказать, что мы тут рекламируем. Опа, потекло. Что мы добиваемся? Мы подмокают, да, верхушки. То есть мы наносили, да, марокканскую штукатурку. Она подсыхает. Теперь да. Мы размачиваем верха. Но она не совсем она такая полу... полусырая. Но достигаем эффекта того. Да. Ну, эффект вот. Сейчас надо показать по эффекту. А ты там видишь, да? Ну вот он немножко, да, он немножко видит. Отлично. Вот он был. В общем, битой. Можно подмачивать потом, можно подмачивать много раз. Но в итоге мы делаем следующее. Следующее превращение. Превращение. Начинаем вот такими плавненькими, легенькими нажимами превращать вот такую вот поверхность. Так как мы работаем на дуге, надо немножко правильно держать шпателю. Олег, у нас получается светом все закрывает. Да, а вот так, а вот так. Вот так. Вот так, да. Ну вот так. Движение, потому что это на дуге мы делаем такие. А так вообще движение похожее на то, как мы наносили.
То есть получается, что у нас? Получается вот это молочко, назовем его, да? Да, вот этой пенкой, этой влагой мы заглаживаем теперь верхушки. То есть грунтовка получается, или эмульсия, можно назвать ее, да, там? Да, лучше эмульсия. Да, эмульсия, специальная эмульсия. В общем, делаем такую. Она размачивает верхушки. И шпателем мы, получается, эти верхушечки. Достигаем до такого состояния, чтобы шпатель скользил по поверхности. Если он царапает, значит, надо именно в этих местах еще пригнать. Да, добавить, нет, просто добавить еще заварочки. Там, где у нас шершавое или пересохло, мы так раз подкатываем. И именно вот это влажным этим. И все, и достигаем, вот, уже не шершавое, уже скользит. Да, эффект получается армянская, да, или называют римская штукатурка. Такой полутравертин, не из травертина материала. Да. Такой эффект травертин. Потому что получается эффект очень шикарного выщербленного камушка. Вот здесь. Очень интересно получается. Видно? Да, да. Хорошо. Ну, хорошо. Вот такой вот эффект. Если где-то подрывает, вот как здесь подорвало чуть-чуть, можно его подмочить и пригладить опять. Если какие-то дефекты, то можно будет еще раз Маракеша на кинуть, да? Если мы увидели, да, что нам не хватает выщербленных там частей или наоборот их сильно много. Мы загладили бы сильно. Да, просто подкладываем там, где нужно еще. Смело, потому что материал позволяет. Вот, подорвало, взяли водички, и по водичкой его раз и. Эмульсия. Все, по идее. С вами был Олег. Да. Собчук. Колбаси. Телеколбаси. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами на канале Погонный метод. Я пробую показать еще, который я готовлю себе. На эффект у нас должен был вот с плиткой от Versace. Попробовали сымитировать карантинчик. Вот наш козырный вход далек с эмульсией и с заглаживанием поя. Еще не до конца высохшим. О, видишь, что делает Валик? Да. Ну, в общем, можно взорваться. Надо его подушить, потому что там тень была. Ну, так ты рассказывай теперь. Вот мы смачиваем поверхность нашей марокканской штукатурки таким образом, чтобы вот здесь образовывалась пенка. И оставалась вот такая вот обильно смоченная поверхность. Не просто грунтуем, а обильно наносим вот эту пенку. Для чего? Это только достигается благодаря повторному прохождению валиком. И грунтовки артисан. И грунтовки. Не артисан, а аскара. Эскаро. Можно разведенную по нужным характеристикам. Как восток. Арабский. Это, кстати, читайте инструкцию по разведению. Это, по-моему, один к. Потом, для чего делалась 10. Пенка? Пенка делалась для того, чтобы потом эту эмульсионную массу нанесенную использовать в приглаживании верхушки. Ну, она и подполировывается, да? И она подполировывается, кстати, да. То есть, если будем ее делать под правильным углом шпатель, вот примерно вот так. Достигаем такого состояния, когда шпатель не по шершавой поверхности будет ходить, а будет как будто ездить по льду или по маслу. Да, так ты еще скажи, что она должна немножко прихватиться, то есть не сразу ее. Ну да, но если мы не пересушить. Не пересушить, потому что начнется подрывание более сухого слоя с поверхности.
Но это не беда. Можно, если там где подорвет, допустим. Я сейчас покажу, что получилось. Там где подорвет, можно. Эффект такого полированного камня. Вот полутравертин, да, но не из материала травертина. Травертин бы повел себя в этом случае немножко по-другому, но этот материал ведет себя не хуже, а может быть в чем-то и лучше, да. Потому что. Ну, технология тоже. Да? Секреты старых мастеров. Секреты старых мастеров — это обращайтесь, пожалуйста, по адресу. ВЦМ 2008. Собака Яндекс.ру. Правильно? Правильно. Ну все. Видео в файлах. Фото в файлах. Все это прекрасно. Видно. Различная работа. Не только это. А вообще мы выполняем разные работы. Ну это очень сильно. Сейчас в ходу хит сезона 2010 года, который проходит уже. Но летом это было на ура. Да, можно в эту модельную массу добавлять кварцевый. Да? Можно песочка. Да. Если чисто видит, то песочка, чем подешевле. Один к одному получается тоже индийская штукатурка. Да. И таким же макаром можно достичь, да, дорогих материалов. Да. Ну, примерно вот звук. Немножко подсветили. Тут еще можно добавлять. Сиди, отравить.